Всем здравствуйте, всем добрый вечер. Сегодня мы будем играть Dark Souls. Да-да, сейчас я тут как обычно ЧСВ стану, быстренько это все всем сообщу. Так, тут все сделали, там все сделали. Dark Souls, тут тоже Dark Souls. И тут. Вот. Значит, это закрываем. Запускаем Dark Souls. Сидим, ждем. Да-да. Пу-пу-пу. Клавиатурковая можно убрать. Вот отодвинуть. Тю-тю-тю. Сидим. Что распродажа от издателя? Вау! Что же он распродает в этих ваших стимах? Ой. А все уже поздно. Dark Souls открылся. Ха, быстро он. Нет. Надо сейчас срочно, звук срочно. Сейчас же громко будет. Ох, ну... Я успела. И вам поменять надо на сколько там? Угу. Готовая. Нормально. Блин, тут это же как комбо у нас, да? О, я все, главное, все сделала, а вам игру не показала. Ну, правильно, а что? И она что, обычно я заранее это делаю, это же игра. Как я уже объясняла, немножечко с приколом, поэтому я делаю это потом. Вот. Собственно. Вот и он. Здравствуйте, Харунжи, здравствуйте. Ой, о. Я сейчас просто, я за секунду осознала все. Считается ли это читерством? Блин, оно опять поломалось. Надо это починить. Сейчас альтабнусь и вернусь. Блин, не работает. Да как мы это тогда фиксили? Во. Там через собак бежать, костер-то мы... открыли на прошлом стриме, но сесть не смогли, потому что там врагов просто обалдеешь. Что с камерой? Мышка руинит, понял. И вот что делать? С дубинкой ходить, что ли? Она тяжелая. Можно короткую взять, но она короткая. Которая дубина тайны. Вот большая дубина, допустим. Да. Нет силы, мы поняли, да. Можно убрать щит, но можно и не убирать. Я думаю, мы можем перекатываться. Надо, короче, подняться и там проверить. А почему у меня так ярко в окне? Ну, это потому что. У меня всегда там лунтик, засвет идет. Я не знаю, лунтик рождается. Перекатываемся мы плохо. Это значит, нужно снимать все, что можно снять. Просто дубинка весит 1 000 000 кг. А это и все, что мы можем снять. Но мы можем повесить кольцо. На вес, не помню какое. Вот, увеличивает количество переносимого снаряжения, по идее. Да, теперь мы легки, как ветер. Можно вот сюда, а нам вот сюда. Вот сейчас собак... Можно попробовать драться с ними, но... Говно вариант, по-моему. А знаете почему? Потому что не видно ни хрена. А в кого мы бьем? Можно за... А чё? А, в одной руке, потому что... А я не могу менять быстро с фонарика на дубинку. Ой-ой, это либо в полной темноте ходить... Ну, либо с катаной своей, потому что по-другому никак.
Не, можно быть по надстеночным воинам. Искать дорогу по надстенками. Но я не скажу, что это очень удобно и легко. То есть вот сейчас куда? Ну, удары дубинкой съедают львиную долю выносливости. Ну, я не знаю, как это проходить. Ну, как? Только если пробегать, как я это и делала. Если со всеми драться, хотя это вроде бы интересно. Да, можно еще костер зажечь, чтобы было больше душ. Но если я все-таки смогу на тот сесть, то, возможно, это и не имеет смысла. Мы откисаем, потому что здесь темно. Я не вижу врагов, и я не могу одновременно светить и держать оружие. Поэтому мы и откисаем. Тут как бы... дело такое. Ну и плюс они еще бьют нормально. Класс. А ведь если мы их не видим, то мы не можем понять, насколько далеко они, чтобы ударить. О, видели? Найс. Можно увернуться? А у меня выносливости нет. Ну, конечно, удары же забирают всю выносливость. О, не бей. Подожди, дай похилиться, не надо. О, боже. Не, ну это невозможно, это какой-то бред. Ну, да, я понимаю, что с них много душ. Но дальше ориентироваться в темноте уж точно не получится. Там просто полнейший пипец начинается. Вот там внизу. О, костер уже зажжен. Тот самый. А я могу на него допрыгнуть чисто в теории? Подождите. И выжить. Нет. Ну. Я беру катану и фонарь. Я не могу одновременно и это, и то держать. И еще бы съесть... Вопрос, кушать ли человечность или попробовать до того костра добраться. Мне и хотелось бы с ними подраться со всеми, но я не могу... Ну они... Ну как? Это будет лока, в которой я точно не зачищу все, потому что я просто... Я сгорю нахрен, если этим буду заниматься. А вот эта вот катана наносит урон в 1000 раз меньше, чем дубинка. Типа, если я сейчас начну драться с собакой, опять-таки, я буду драться в темноте, потому что вот этот фонарь, его нужно удерживать, чтобы он работал. Давай, иди сюда. Ну... Сильным ударом я влетела хорошо, но то такое дело. Я не знаю, я отказываюсь их проходить. Я еще раз 4 попробую. И буду просто бегать. Я не хочу в этой локации вообще находиться. Мне не нравится. Как комбо говна. Ох, и да. А все потому, что если бы этот фонарик... Вот честно, меня бы не бомбило, если бы фонарик можно было бы повесить на поезд. Да я бы здесь сидела хоть 100 часов. Ну, блин, что, в темноте прикольно со всеми драться? Вообще нет. Класс. У них еще удары не сбиваются. Что тоже очень здорово. Оно как прыгало конченое, так и прыгает. Угу. Точно до костра, да, никак? Очень жаль, на самом деле. Он-то уже зажжен. А сесть на него нельзя. Там впереди собака. Там рыцарь стреляет. Там впереди не одна собака. Там еще и черный рыцарь с ними. А, нет, он уже упал и умер. А вот здесь я точно не могу.
Да, я не могу. Там прям вот склон. Все, ну мне надо было убедиться. Выхода. Предлагаю бежать. Ну, а что тут ловить? У меня еще 5 банок. Я хочу до того костра дойти, и там хоть с одной собакой мне придется сразиться, конечно. Чтобы сесть на костер получилось. Но вот ну, по пути, ну это же... Не, я все понимаю, если бы было светло. Но это нечестно. Ну, вообще 1500 душ, знаете, на дороге не валяются. Только я не помню, как туда идти. Блин, я не помню, это вот так? Да. Не надо. Тихо, спокойно. О, мне получилось. Они не успели меня догнать, и я отдохнула у костра. О, да. Господи, боже. Хорошо. Теперь можно съесть человечность. У меня их так мало. Ужас. А их надо 2. Ми. Потому что у меня ни одной. Так, значит, обращаем. Ну и пока мы будем бегать, мы сейчас, естественно, эту человечность потеряем. Не вариант тут выжить мне. Что ж, это уже приятно. Там он есть лут. Внизу тупик. А лут где был? Я вот вышла, и там было видно лут. Вдалеке. Он где-то впереди, вижу. То есть мы заходим, и он вон там. Опа, здорово. И вот как тут драться в темноте? Я же перекачусь и упаду нахрен в пропасть. С двух сильных ударов я могу их убить. Но это если у меня получится в нее дважды прилететь, пока она не прилетит в меня. Это собака или скелет? Знаешь, тоже конченые. Что думаете, нет, что ли? Еще как. Да я нашла способ бороться с ними. А вы говорите, катана плохая, бери дубинку. Кому нужны эти ваши дубинковые? Не, игра, ты подожди, слышишь? Я не хочу искать путь, как туда попасть. Давай не надо. Я сейчас доиграюсь в пропасть или что, вы что думаете? Наверное, стоит прекратить и пойти драться дальше справедливо и пытаться найти путь. Ну, я еще посижу. Здрасте, многоуважаемый и самый красивый стример. Здравствуйте, товарищ модератор. Ну, вы точно спидранер. Да нет, тут не получится. Дело в том, что не получится. Если только чуть-чуть сюда наступишь, сразу укатишься. А я не думаю, что... Тут как бы стеночка есть небольшая. Ладно. Хорошо, допустим. Надо вернуться обратно. Как-то плавно. Позачищать все. Наверное. Вот, как они дышат, это просто это ужас какой-то. Вот это. Кто-то стреляет, уже зарядили. Угу. Так, там вон собака, я вижу. Пяточку. Тут у нас... Спуск к костру, как мы упали красиво. Ой, она меня уже заметила, что ли? Ой-ой-ой. Как нехорошо получилось. Первая должна нападать я, иначе у меня не получится победить. Ну вот, теперь точно не получится. Надо уходить. О-о-о-о.
О, это тот самый путь к Луту? Да. Знаете, иногда... О, резной щит. Иногда паника помогает. Собака идет? Просто если да, то мне надо знать. Она идет. Ох, но. Кто-то еще и стреляет. Боже мой. Она ушла? Да хорош стрелять, слышишь, мне и без тебя. О-о-о. Че, пройти не можешь, да? Слаба. Ты слаба. На, получи. Ну, я тоже не особо сильна, конечно, мы поняли. Какой прыжок? Что это было за... Не стреляй, только лучник, не надо. Что это за атака с прыжка была? Мне не надо. Мне вот это надо было. Нормально. Так, так, так. 8800. Ту-ту-ту-ру-ту-ру-ту. Угу. По-моему, за мной собака идет. Нет? Мне просто не надо, чтобы слева собака шла, пока я со скелетом драться буду. Оно мне вообще ни к чему. Угу. Так, его и так видно. Не-не, давай по новой, сейчас ты еще раз. Ага. Хорош. Найс. Я нашла метод борьбы с ними. Вы говорили, моя катана плоха. Не бывает плохой катаны, бывает плохой... Кто там? Не сёгун, а самур... Ну, короче, вы поняли. Руки из жопы бывают, а не оружие плохое. О. Ну, можно, чисто в теории, можно. Но зачем? Это же путь обратно, верно? Я когда от них бегу и такая... Нет, подождите, я запуталась. Где? Ох, ну. Да-да-да, это он. Вот я пробегала и спрыгивала сюда. Но эту собаку я бить не буду, она мне не нужна. У меня 6... Какой такой... Кто там топает такой? Не надо, эй, слышишь? Говни-то уже все? Не-не-не. А вот здесь я была? Да-да-да, здесь скелет и собака возле костра, я их победила. Угу. А, там как-то вниз бы спуститься, я не помню как. То есть я могла бы прыгнуть и потерять душ? А, все. Можно так не дышать, ну пожалуйста. Там, по-моему, впереди собака. Две. Вау, от двух я не смогу победить. Ну, то есть на одну-то я еще кидаюсь с этим сильным ударом, но на двух я не смогу. Слушайте, а если, ну, я чисто в теории просто пробегу, мне бы знать куда. Блин, мне так жалко 6500 душ. Я ничего не могу на них сделать. Я могу починить катану. Но если я сяду... то вот эти резнутся. Вот здесь собака, и вот там скелет. Но мне они и не нужны. Я просто вниз... Если я бегу, то я бегу, правильно? Да. Сколько на уровень надо? Ну, может, я пару душ себе... Сколько? А, 20? Не. Да, починить оружие есть? Нету у меня, что оно починено? 12? Mm. Ну, знаете, я могу и шмотки починить. Не знаю, зачем. Но лучше эти души будут вложены мной куда-то, чем я отдам их собакам. Поэтому, знаете, такое дело. Я лучше так поступлю. Вот, ну, 3700 и 3700. Что ж теперь? Это не 6 с чем-то. Так, эта собака меня не видит? Или видит? По-моему, она знает что-то, чат. Эти тоже знают. О-о-о. Я же еще на предмет лута просто смотрю. Я могла бы все пробежать, но... Они идут. Они не дадут мне осмотреться нормально. Там наверху мог где-то быть лут. Ладно, я пока спущусь. Может, они за меня забудут.
Они же, по идее, сюда падать не будут, верно? Вы же не будете, собаки? Вот тут? Вы есть? Как будто бы их нет. Сейчас я быстро вернусь наверх, посмотрю. Вот сюда мне надо. Ага, тут мы все собрали. Ну, я, видимо, в панике хорошо бегала и все собрала. Это я молодец. Кстати, мы там какой-то щит подобрали. Сейчас я вот сюда спущусь. Так вот, оп. И посмотрим. Лол, юбики. Что? Что с юбиками-то? А какой щит? Ладно, я по названию пойму. С конца было бы быстрее, конечно. Но как вышло, так вышло. А, с новым трейлером Ассасинов? Да, там очень забавно. Хм. Резной щит мы подобрали, вот этот. Малый удар. Жуткий щит тайны надежно защищает от оружия небес и молний. Во время неудавшегося покушения на самих богов, последователи тайного культа попытались украсть силу Нита, повелителя могил, первого умершего. Нита-говнита. Если бы это от Ниты-говниты защищало бы... Оружие небес и молний. Но он атакует меня из-под земли своим клинком. То есть не относится ни к первому, ни ко второму. Посему мне этот щит не нужен. Значит, всю Локуту мы зачистили, кроме одной собаки. Ну, хоть раз кого-то мы доубили. Черный рыцарь упал сам. Но это его проблемы. Он упал и лут отдал. Он хороший человек. О, я же тогда тебя не убила! Что? Вторжение темной души! Какой... Нахрен? Куда она вторглась? Я же, блин, человек. Эй, не надо, слышишь? Две руки. Хорошо. Да иди в жопу, слышишь? Честно, даже не очень хотелось. Мне вот... Место еще такое удачное. Класс. Перекатываться некуда, развернуться негде. Давай, давай. Больше не ходим с человечностью. Ну его нахрен. Ох и да. Ну, главное, что мы ящерку забрали, то такое дело. Я вообще к Нита-говнита иду, я тут... О! Чё происходит? То есть до этого они не падали. А тут ты смотри. Да. А с другой стороны, куда мне было? Вот здесь с ним драться. Перекатишься, умрешь тоже в пропасть. Тут узко, а дальше я понятия не имею, есть ли там враги или нет. Как бы выходить сюда мне тоже не особо хотелось. Тут везде площадки дурные. Мех. Ну и стример еще рукожоп. Ну то такое дело. Ого-го-го. Я и забыла про вас. Я что тут на такой панике бегала. В поисках костра и Нита-говнита. Ребята, не надо. Они бегут. Надо с ними драться, пока меня те огневички не заметили. О, здесь так светло. Нельзя было везде так это свет провести. Не пойдешь? А, ты боишься этих, да, отбитых? Я бы тоже их боялась, если честно. Ну что, я бы хотела с каждым из них пообщаться, все-таки... Души за них дадут. Но было бы еще славно обратно убежать, чтобы... Я не знаю, сколько за них дадут. Если по 1000 с каждого, в принципе, будет неплохо. А вы тут перекрестный, да, арт-обстрел ведете? Угу. Что? Кто вы? Ох, ну! Что это за... А они постоянно призываются, или они там, это, временные? Алло, дети?
Че, Нита говнито вам садик не открыл, что ли? Блин, по-моему, они прибывают постоянно. Ну, нахрен. Они меня заклюют сейчас. Дети, не надо! Дети, дети! Ох, но... Хорошо, хоть Нита их не призывает. Представляете, как бы... Так, в смысле он ожил? Они что, оживают? Какого хрена? Ну-ка, надо понаблюдать хоть за одним. Он восстает? А, нет? Или да? Или... Дети идут. Ох, ну. Я, наверное, его не убила просто. О, здорово. Это было сейчас максимально странно. Я забыла, как делать атаку в прыжке. Забейте. Поэтому получилось так, как получилось. Не обижай детенышей. А они меня чего обижают? Они мне отраву накладывают вообще-то. Дети, не надо. Дети, я прошу. У них, кстати, маски почти как в Elden Ring у этих. У школы колдунов. В рай Лукарии там у колдунов такие маски были, по-моему, нет? Чем-то похоже. Блин, сколько душ с них нападало. Сейчас к Нита говнито пойти и все это потерять. О, что это такое? Обломок белого титанита. А дети так и идут. О, я же могу на косточке возвращения вернуться. Чтобы не бежать. А потом... А хотя какой смысл? Ведь там 20 тысяч усиления. Так спокойно стало. Как в Elden Ring, а точно не наоборот. Ну, я имею в виду, да, понятно, что это впервые было сделана игра, чем Elden Ring. Я просто к тому, что там я вот такие маски видела. До этого я их не видела нигде. А это куда ведет дорога? Вот это вот, куда это? Это куда это, а? А у меня 10 тысяч вообще-то. Ладно. Ага, это куда-то. О-о-о, кусок белого титанита. Ля, шо за дырка? Чё? Чё? Надо все дырки проверять. Вы чё? Сюда и черепочки не доберутся. Я чё думаю? Сколько у меня душев? В принципе, у меня очень много душ. Гордых рыцарей. И отважных воинов. И я считаю, что нужно на косточки вернуться и все это вложить во что-то полезное. А потом прибежать сюда еще раз и показать, кто здесь батя. Потому что я не хочу это потерять. В процессе там меня собака за жопу укусит, и я такая, а, бля. И все. И потом эти 10 тысяч душев, они просто в никуда. Но вы же шматя. Ну, пока нет. Там 2777, я помню. Да, вопрос тогда, кто я? А во что? В здоровье. Да, точно. Мы же собрались вкладывать в здоровье понемножку. Ай, сколько здоровья сразу. Смотрите. Теперь вообще никто мне ничего не скажет. Я теперь... У меня полоска до конца экрана. Видели? Видели? Шок. Не падай. Не надо. Я теперь знаю, что ты можешь. И приятно, конечно. Мне до сих пор обидно, что меня вот так унизил тогда этот паладин. Появившиеся, но подумаешь. Не, обидно, конечно, обидно.
Ну, а чё, он такой танковый, у него эта дубинка, у него круговой удар. А я вот здесь вот со своей катаной в этом маленьком пространстве кувыркаться от него, куда мне? Ну, не, можно было бы попробовать, конечно. Ну, как уж это произошло так? Это я зажимаю по привычке из-за лампы теперь эту кнопку. О, боже. Это нехорошо. Или, знаете, вот здесь бы я рандомно упала, чисто по случайности. Никогда такого не было, и вот случилось бы. Так, а эти челики, они чё? Они опять тут? Блин, сколько здесь нафармить душ можно? А может и нафармить, слушайте. На пару уровней здоровья. С них же точно так же будут давать с каждого по 1000, даже сейчас? А чё, не дают? Дают. Только детей на вечеринку не надо было звать. Сейчас выстрелит, выстрелит. Там просто справа же, я помню. А здоровье для слабых? Ну, вы мне сказали его не качать, а потом сказали, качайте здоровье, что-то у вас его мало, по-моему. Легкие деньги. Ну, детей можно и потрогать, если по одному, кстати. Но мне удары плохо бьют. Попробуешь попади. Надо только с прицеливанием. Так это не вариант. Они больно кусаются. Яд накладывают. Я не хочу. Отхватить. Там он еще выпало что-то. Титанит, наверное, белый. А белый еще прокачивать. Есть темный титанит, который снаковален. Фига там. Младшая группа. Ясли, смотрите. Так, понял, понял, все, все, все. Дети, давайте, до свидания. С вами не это, не прикольно общаться, мне не нравится. А как мне обратно мимо собак пробежать? Я же ведь не могу на косточке. Давайте попробуем. Ну, 6800 и 6800. Хотя, с другой стороны, если у меня будет шанс постоянно... Блять. У Нита говнита души забирать. То... Можно их там и оставить, души. Вот в чем вопрос. Это эти меня уже кемпят. Да ты не пройдешь. Ты не пройдешь. Там еще руки скелетные. Давайте попробуем. Рискнем. Ладно. Жалко, конечно, жалко. Денег, если потеряем. Понял. Заабьюзили меня. Ох, ну. Да я лучше Нита говнита это оставлю, чем вам. Сука. Не, они не пропустят, ясно. Так он пассивный, всегда успеешь забрать. Ну, смотря где я откинусь. Если за ним, то может и нет, если там накидается куча детей в процессе. Ну, собачка упала. Сейчас по пути надо успеть души забрать свои. Можно еще раз порубить этих челиков. Это будет уже 10 тысяч. Даже 12, наверное. Звучит вкусно. Но это если у меня получится. То мало ли сейчас там как срастется неудачно. Давайте сейчас восстановится выносливость. И надо не забыть убрать фонарь, потому что с этим говном... Блять. Ничего нельзя сделать.
спокойно. Тихо, не надо пинать меня, я... Не разрешала никому пинать. Угу. О, нет, дети, дети! Ох, ну. Пинать-то бей. Чисто в теории можно, конечно, на косточке возвращения вернуться. Но зачем? Ну, блин, ни-то говни-то он такой. Спорный чел. Среди палки плохо. Но у меня косточек много, но вдруг они мне в дальнейшем... Как думаете, они мне пригодятся в дальнейшем, косточки? Поэкономить пока? Или вернуться и съесть еще пару душ очень смелых солдатов. Много душ придется есть. А так по пути, если их зачищать и выживать, ну это, конечно, то еще выжить надо. Нита пассивный. Вначале он там что-то, какие-то подготовки делает свои, а потом называет кучу скелетов. Ладно, да, мне так жалко, знаете, меня прям аж это... Вот количество душ душит. Реально душит. Ой, ладно, хорошо. Или... О, какой же жадный этот стример, господи. Ну, обратно меня не пустят. Можно пойти там опять умереть и забрать души по пути. А потом... Потом... А потом все, обратно на косточки только. Иди уже. Ладно. Эх. А можно вот здесь души выложить, да, и пойти? Ну и приходить за ними там. Вообще это нечестно, что я падаю и теряю пол хп, пока оно вот это вот. То есть, ну, нельзя было мне мягкую посадку обеспечить как-то, ни-то говни-то. Блин, вот это начало. Хороший прием. Мне понравилось. А еще вот эти вот... Да-да-да. Это он когда орет, он с пола достает. Да-да-да-да. Какой же босс великолепный. У меня просто даже шанса банку выпить нормально нет. Но эти стоят, ребята, их лучше и не трогать, наверное. Протестировали, какой урон он мне нанесет вот этим ударом. Хорошо, тех скелетов главное не трогать больших. Вверх поднимает меч, будет орать. Угу. Надо запомнить. Орет! Ох, но! А это можно щитом заблочить, интересно? На... Ой, что это я достала? Убери эту лампу, говна. О, ты устал. Ну-ка, пробуем. Чисто вот интересно. Нельзя. Ну, попробовать стоило.
Последняя банка. Хорошо. Орёт. Уходим. Ой, бля, сейчас этих привлеку. Ну все, теперь за мной большие будут ходить, да? Я ничего не вижу, кто я, господи. Орёт? Нет, что он делает, блядь? Не, он агрессирует. О, он своих убил. А можно покричать? Что-то много народу собралось. Слышишь? Нита, покричи, пожалуйста. Говорят, у тебя очень хорошая там, что, я не знаю, сопрано, я не разбираюсь. Извините. О-о-о-о-о. Нита, кричи! О, боже. Не попросишь такого. Несговорчивый. Ладно, ладно. Можно снимать 35 от урона. Но, по-моему, проще убежать, наверное, в данном случае мне, чтобы меч в двух руках держать. Потому что иначе я буду наносить 3 урона. Мне кажется, вам не хватало выносливости. Есть такое дело, да. Ну, потому что там только и делаешь, что перекатываешься, потому что угроз много. Ну, и пытаешься еще бить, а в итоге бьют тебя. Неприятно получилось. Так, тут уже светло. Значит, вешаем щит. Может, тогда щит? Так у меня щит и был. Он на спине висел. Просто там надо секунду хотя бы остановиться, чтобы выносливость могла восстановиться. А я не могу, я бегаю в панике, потому что там 10 тысяч скелетов прыгает. И ты такой, а, бля. У меня же щит на спине и был только что. Вы чем смотрели? Попом, что ли? Я там просто один раз случайно достала лампу, и после уже в процессе не смогла поменять обратно на щит, потому что... А ты не упадешь в этот раз? Спасибо. Дети, не надо. Не совсем понимаю, когда он плюнет. То есть я О, боже. Я не фанат детей, пожалуйста, не надо. Я не аниматор, мне нечем вас развлечь. Я смотрел на стримлера. А, да. Угу. Ну, а вот к нему нельзя спуститься, не теряя хп? Но это нечестно. Ну, в смысле? Ну, где лестница? Ну, я должна вот спрыгнуть, еще успеть похилиться, да? Игра, ну... Придумали классно, конечно. Может, если бы у меня была полоска хп на весь экран, мне было бы насрать, скорее всего. Души у меня вот там остались. Привлекать больших я не хочу. Нита, подойди, пожалуйста. Просто с маленькими еще куда ни шло. Они тоже конченые, но... Пойдет. Не подойдет он, да? Ладно, придется идти получать. Нага, получив свой ледяной, господи, костяной хвост или что это? Он орать будет? Да. Три скелета, да, за мной подряд просто прыгали и каждый пинал своими костями в процессе. А потом он еще заорал, и было очень вкусно, мне понравилось. Найс.
Здорово. А может, все-таки большие скелеты лучше, чем маленькие? Они хотя бы не прыгают на тебя. Возможно, стоит пересмотреть стратегию, тактику. Не трогать маленьких, но тронуть больших. Не ожидал таких проблем. В смысле? Второй раз вот у меня был очень даже удачный. Первый тоже было неплохо. Здесь как-то ну, меня что-то заобузили в моменте, по-моему. Я думал, с первого раза пройдете. Ну я вам что, профессионал Dark Souls, что ли? А еще у меня катана, которая кровотечение не прокает, потому что это скелеты, и ты такой, ну да-да. Вроде бы бьешь, а вроде бы и всем плевать. Сейчас дети начнут меня пинать, смотрите. А драться с дубинкой я могла бы, конечно, но не хочу. Ну, что ты упал, чтобы я вот за детьми пошла, да? О-о-о-о. Ребята, ребята. Ну, Хорни и Смоговы быстро угомонили. Ага. Хорни и Смог, их всего двое было. Ты их мувсет запомнил, и все. А тут рандомыши эти прыгают. Стой. Ну, стою, что? Что, стою? Да стою, стою, что? Сейчас будет какая-то шутка всратая, да? Там чел что-то выронил. Если бы меня сейчас дети в процессе, ну, сожрали бы, да? Зажрали бы до смерти. Я, наверное, бы дала мьют. Ценная, правда? Да? Причем я даже не знаю, какое оружие с этим надо прокачивать. Да все, мы поняли. Очень интересно. Можно начать, пожалуйста, уже? Вот так сходу? Ну, чел. Вы видели? Он что-то совсем обнаглел, по-моему. По-моему, мне... Ну, немного... Меня... Понятно. А что это было? То есть он сход... Я только зашла... Да, там на уровень-то мы накопили, это все здорово. Я просто зашла, он уже орать начал. И бить меня на расстоянии, а потом... Что? О, боже. Ну, чисто в теории я могу попробовать вернуть дубинку, но я не думаю, что это прям очень много чего изменит. Когда я буду без щита? Прокачай дубинку. О, товарищ модератор. Смешно вон там, да? Смешно ему, смотрите. Ишь ты. Сколько ударов? Раз. Два и один перекат. Все, больше двух ударов нельзя. Иначе смерть. Два удара не получилось, уходим. Ну, это легко сказать, там же еще ну, черепа будут, всякие там эти скелетики, еще что-то, ты такой, ну да, ну да.
А как мне сейчас с этими драться, с вот этой хренью? Они же меня сейчас забьюзят. Я же не умею ей драться, о боже. Ребята, сейчас, секунду. Я поменяю. Сейчас, сейчас, сейчас. Да не бейте, пожалуйста. А где мой яйт? Вот он. Можно колечко надеть, чтобы души вытащить. Можно. Как вариант. Большое спасибо. Падай. Ты падать будешь сегодня, нет? А вытащенные души вложить в прокачку дубины? Да? Звучит великолепно. Кстати, надо еще успеть сейчас забрать души. Смотрите, я сейчас надену кольцо, чтобы души забрать, а мне даже не дадут шанса до них дойти. Я заберу с собой 5000. Это будет просто, ну, это бомба, пушка. Это какое кольцо там-то? Сейчас. Если ты умрешь с кольцом, то ошметок не исчезнет. А, да? Ага. При смерти все остается. Жертвенное кольцо, да? Ничего не теряется. Мне вот это жертвенное надо, правильно? Редкое жертвенное, пока мы не трогаем. Угу. Угу. Ну, допустим, я возьму дубинку все-таки, я попробую, хорошо. Дубинка тайны бьет больше, но она поломается, и она короче. С другой стороны, я с катаной все равно очень близко к нему нахожусь. Да, сейчас прям сразу сходу на лезвие. Я тебе говорю, я сейчас только зайду, и меня убьют. Большая, ну, с маленькой дубинкой у меня больше шансов, по-моему, нет? Раз, два. У нее 249 прочности, куда сломается? Да я не знаю, вы мне сказали, что она ломается. Ну, типа, сильная, но ломается. И я думаю, ну, все, значит, там три удара и... И все. Ну, образно, там, типа, ну, 10. Я про кристальное говорила. Так это же такое же самое, нет? Я думала, что это такая же дубинка. Это же, вон, дубинка тайны. Это не такая же, как только... Ну, я думала, это разновидности, которые точно так же ломаются. Что кристальная, что тайная, что еще какая-нибудь. Чё вы? Блин, я боюсь его, я боюсь. Ох, ну, еще надо спрыгнуть, похилиться. О! Он уже орёт. О, боже. Сука, Нита, ты просто, я не знаю, говна кусок. Души, отдайте! Отдайте души! Ой, блядь. Я вам говорила, так и будет. Просто... О, жертвенное кольцо разбито, серьезно? Вау. Классно. Ничего себе, а можно надписи-то убрать, мы поняли. Кто же ж вас просил прыгать? А в смысле, а что мне можно? А что мне надо было не делать? Прыгать ты имеешь в виду? Я больше не буду прыгать как герой из аниме, потому что это занимает время. А как починить, подождите. О-о-о. Прыжок равно смерть? Какой из прыжков? Самый первый или дальше? Дальше в панике, я уже не понимаю, прыгаю я или нет. Я просто жму очень
припадке на кнопку, ну, бега. И там и прыгаю, и бегаю, понимаете? Это вам легко сказать, а я в панике. Ну, который ты прыгнула на душе? Ну, я в панике, ну, что вы от меня хотите? Ну, попробовали бы сами, ля, сидит он там. Да вы здесь не починишь это кольцо, где его чинить, в смысле? Его тут нет. Вы меня обманули. Обманули? Ох, ну. Все. Бан товарищу-модератору. А, видимо, у кузнеца. Все, бан. А чё он орёт теперь сходу? Раньше он мне хоть шанс давал, а теперь просто орёт. Говорит, у Нита там главное... Вот это вот есть время подготовиться, все забрать. Угу. Я не знаю, за что он вас так не любит. Это просто какой-то хейт. Хейт меня. Дубинка легкая, в принципе, можно ее вместе с мечом поставить. Чтобы не тыркаться по 100 раз туда-сюда. А, ну теперь совсем ломается, фига. Переиздание говна. Я не знаю, он меня просто абьюзит. То есть в первую попытку и во вторую он еще как-то себя нормально вел. Теперь он спавнится там, в окружении скелетов, и уже издалека просто орет и кинжалом из земли меня протыкает. Это нормально, нет? Я спрашиваю, это нормально или нет? Это несправедливо. Так не должно быть. Там упал, нет? Давай, падай. Только без детей. Да я... О, вот. Я боюсь. Хотя чего бояться, господи, меня уже так абьюзят все, кому не лень. Дети, не надо. Классно, кольцо использовали, мне понравилось. Второй шанс забрать души. Так он там сидит, души под ним в окружении говен. Давай сразу ори. Блять, я в меню открыла сейчас, пока его закроешь. Тут на самом деле плевать, ты самураем приземляешься или нет. Блять, они прям под ним. Ты отпустишь меня, нет? Это невозможно забрать. Он просто сел на них своей костлявой жопой. Ой. Да все, я по пути даже не хочу этих челиков бить. У меня минус мораль с этим Нита говнита, если честно. Я... Ну там не было шанса, ты подходишь, там скелет бьет. Ты думаешь, да ладно, бей уже. Хочешь нажать крестик, Нита говнита тебя хватает и начинает абьютить и кидает куда-то. Чуть не сказала, ну короче, очень далеко.
Надо было тогда на косточке возвращения улетать. А не вот это вот все. И души опять там, под ним, понимаете? Вот опять. Если, конечно, их выкинуло чуть-чуть левее, это спасибо. Но если нет, то они же реально под ним. Сейчас только придешь, он опять... Да пошли вы в жопу, я не хочу с вами иметь дело. Ни с кем, надоели мне все уже. Да правильно. Правильно, мне же души вообще не нужны. Так, знаете, у меня уже все, у меня жопа, она давно сгорела, вот, на той еще первой попытке. Давай, падай, конечно, не умирай же, вот, а падай непонятно куда. Еще дети эти. О, маска огня. Смотрите, я сейчас с такой маски буду драться. Вдруг меня Нита говнит за своих воспримет. Примет. Где-то еще один. Вот он. Класс. Я уже жду, как я захожу, и он вот это... Предлагаю умирать в первые 2 секунды. Да. Чё за маска? О, шлем мудрого. Может, я если надену, у меня получится пройти. Маска отца. Угу. Чё она дает? Храброго отца немного увеличивает количество носимого снаряжения. А, ну, конечно, уже-то не резонно орать. Ну, правильно, когда 20 тысяч душ под жопой, оно-то орется очень хорошо. А когда их нет, ну, как бы уже и зачем, правильно? Я тоже так думаю, нахер бы оно и надо было. А где те души? Они там не в текстурах случайно? А, вот они. А мне похуй. Ой, простите. Они просто... Я уже не могу. Надо. Угу. А можно я тут умру уже? Ну, типа, а чё? Я не хочу умирать вот там. Не, я вот здесь умираю. Все, я умираю, я приняла решение. Я не пойду к нему в тот закуток. За душами потом не вернешься. Давайте, пацаны. Я даже подставляюсь. Не хотят. Ладно, деремся. Не дают. Слушай, говорят, ты петь умеешь красиво там, типа голос такой. Сейчас будет. Или не будет? Что он делает? Нормально. Главное вернуться сюда, чтобы вот здесь, если что. Я вот этот тайминг вообще не успеваю понять. Но мне и не дают шанса, я вам так скажу. А смотри, у меня банок нет. Прикинь. Плюс в том, что я здесь рядышком. Да-да. А дубинка убивает скелетов не на совсем. Интересно. Да?
Ну вот, тем более зачем. Я реально не тестил, если что. Обычно он с первой-второй попытки отъезжает. Кто? Нита? Ты посмотри, что он со мной творит. Тут скорее я с первой попытки отъезжаю. Это вопрос? А, ну я не знаю. Там не было в меню написано, что дубинка убивает нечисть. То есть, ну, если какой-то скрытый баф, о котором никто не знает, кроме разработчиков, то это, ну, баф говна. Хорошо, я потестирую. Я забыла ее на самом деле поставить после того, как мы вот здесь разобрались с этими ребятами. Волшебниками. Я не могу, я просто настолько преисполнена, вы бы знали. Я больше всего ненавижу боссов вообще где-либо в игре. В какой-либо, в MMORPG, да где угодно. Которые спавнят кучу врагов. Он сам беспонтовый говныш. Ну то есть с ним разобраться 2 секунды делов. Но вот это вот количество говен, которое бегает вокруг, это же невозможно. Все они перекатываются в разную секунду. От каждого надо увернуться. Они как вот эти дети, понимаете? Казалось бы, они ничего в них страшного, не так много урона наносят, но если они втроем тебя за жопу кусают одновременно, там уже габелла. Да, стример ругается, потому что его довели. Я прочитала, но не отреагировала никак на... Кусай в ответ. А, я думаю, а чё крестик не нажимается? Меня уже не пускают, говорят, иди отсюда. Тебя здесь видеть не хотят. Может, побольше дубинку взять? Она все-таки подлиннее будет. Но это бьет быстрее, знаете? В этом ее плюс. То я буду долго замахиваться. А сильный удар какой? Ну и плюс у нее от магии. А, с прыжка? О, это хорошо. Так, Нита, дай похилиться и души забрать. Не будь говном. Блять. Я жив, я жив. Вставай, пей. Повезло, повезло. Это было близко на самом деле. Нет, они не умирают насовсем. Я пыталась понять, когда перекатываться, и ждала. Пускай подходит, я не буду драться на его территории. Вот сейчас. Блять, непонятно, когда на самом деле. Он орёт, я умру, у меня не хватит хп пережить. О, а что, меня не задело, смотрите. Хе-хе. Так, большие скелеты стоят, это уже плюс. Я по нему совсем не попадаю. Это не то. Мне некуда деваться, понимаете? Если так пойдет, то как бы еще ладно. Пошел абуз. Зачем бы ему сказали, что я абьюзю, и он перестал больше это делать?
Меня чуть не запинали до смерти сейчас в углу. Там. Хорошо, в анимации сейчас постояли. Отлично было, по-моему, супер. Я ничего не вижу. Ой, как я его заобузила. Ну, справедливости ради, он заслужил. Как он со мной, так и я с ним. О, у него тоже хвост есть. Интересно, какое оружие выпадает. Да мне уже плевать, какое, если честно. О, да. А что с него так мало душ дают? А потому что он... А, все, дали 60. Я думаю, что 20, это и все. Да нормально. А буст только треть хп было. Ой, костер сразу дали. Ну, спасибо. Конечно. Не, он-то слабый, да. Вот если бы говныши еще не подпердывали. Хорошо, что вот этих больших скелетов я не задела. Если бы меня там все вместе обузили бы в углу, ну, это можно было бы попрощаться с жизнью сразу. Я так забоялась, что меня под конец сейчас просто убьют, потому что они начали бить, а я вижу, что у меня выносливости нет ни на последний удар, ни на перекаты. Я думаю, нет, только не смерть. Я же не смогу его загнать больше так в угол и заобузить. Думаю, нет, еще и банок нету. Ох, ну. Про хвост шутка, у него нога на хвост похожа. А, да? Он еще начал вертеться, его ж можно ударить только на этот хвост, если попадешь. Или спереди я бью, а у меня выносливость просто только откдешилась, я бью ее, нет. О, какой экшон, какой экшон. Все в хп качаем. Да-да, мы что думали. Так вот. Сюда мне усиление хп. Вау, какая полоска огромная теперь, шок. И сколько стоит уровень? Сколько эмоций, сколько эмоций. Да, вы видели, что он меня обузил как? Ну, это, ну, мне было обидно вообще-то очень. Мне было очень грустно. Как можно было со мной так обращаться? Просто только заходишь. Потом ты пытаешься поднять душу, он такой. Нет. Я на них сяду своей жопой. Сколько, говоришь? 40 тысяч почти. А мне плевать. И потом выкинул меня вообще как какой-то кусок говна. Угу. А я забыла, сколько душ надо? 20 с чем? 22к? Угу. Да, будет многовато, но ничего страшного. У меня этот крик его теперь в голове стоит. А куда летим? Что нам? Надо прийти рассказать ящерке в храме огня, что мы вот это убили одного. На будильник поставьте. Не, спасибо. Я тогда буду просыпаться уже с подгоревшей жопой. Будете у ворот с кровати делать. Где перенестись? Вот. Давайте в храм огня сбегаем. Потом я надену кольцо темной луны, и мы сходим Гвиндолина потрогать. Как бы сильно я его не любила, но я хочу все равно подраться с ним. Показать и вам тоже этого босса. Правда, там такое дело, что, по-моему, после его убийства за мной начнет охотиться его ковенант. Не факт, конечно, но может быть. Там что-то было написано, что я попаду в списки говнюков. О, вот и ты. Я скоро отправлюсь вниз. Наверху все равно нет ничего интересного. Не беспокойся, вся моя жизнь — приключения. Я готов к худшему. О-ха-ха-ха-ха-ха. Ковенант вроде от той тяночки. Какой тяночки?
Ну я там это, гнито, говнито. Я рад видеть тебя в добром здравии. Что-то стряслось? Нет. Существа, обладающие этими душами, уже давно никому не нужны или избрали путь зла. Я, изначальный змей, умоляю тебя убить их и забрать их души. А с бубами? Не вини себя и не колеблись. А можно сейчас его попросить? А, он не хочет меня забирать, да? Я думала, он меня заберет, и я отнесу душу Нита-говнита туда, вниз. А он не берет меня. Ну ладно. Прощай, избранный мертвец. Я буду ждать тебя здесь. Перенестись? А, там был костер, я просто забыла уже. Но это ничего не дает, в смысле? Я не смогу вложить душу, пока не соберу все? У него есть пункт. А еще ты можешь посмотреть, что будет, если спрыгнуть. Я не хочу прыгать. Алтарь, да? Повелитель или нет? Повелителя могил это, наверное, же этого. Это Нита-говнита, скорее всего. Нет, ты прыгни. Главное не нажать самурайские удары, иначе я его почикаю, да, в процессе. И он такой, слышишь ты? Прыгаю, ладно. Вау, вообще не говори. Ты меня заберешь? А, отсюда можно переноситься, наверное. А куда души? Там-то дырка, я не пройду. Сюда можно положить что-то? Вопрос такой. Можно сейчас поднести душу? Или надо потом все вместе? Можно? Это не заруинит мне прохождение? Нормально все? А, хорошо. Все, типа его душа уже там? Блин, а мы не прочитали про эту душу. Ну. А что, вы надеялись на софтлок? Ну да. Ну там, наверное, было написано душа Нита-говнита, повелителя могил. Вот здесь же, где бабочка, написано, что душа бабочки, да? Ну, позволяет получить огромное количество душ. Угу. Ну, как бы не прочитали и не прочитали. Или ее и нельзя было тут. Наверное, можно было. Ой, ну мне теперь интересно. Ой, сейчас я загуглю, подождите. То начну тут это вот. Самый лучший лор пропущен. Сейчас, сейчас. Ой, я так и пишу, представляете, душа Нита-говнита. А как он там, повелитель могил, да? Описание Нита. Первый из мертвых, повелитель смерти, на заре Эры Огня заполучил одну из великих душ, и в войне против драконов Нита насылал миазмы болезней и смерти на своих врагов. Внешне выглядит как гигантское нагромождение костей и черепов, образующих аморфный силуэт. По идее, это все? Да? Ща-ща, я быстренько, быстренько, сейчас, сейчас, сейчас. Угу, угу. Ну, вроде да, здесь больше я не нахожу описание. А, вот, игровое описание. Душа Нита, повелителя могил, так-так-так, была найдена на заре Эры Огня. Угу. Нита-говнита руководит смертями всех живых существ. Сила этой души так велика, что наполняет великую чашу. Несмотря на то, что много энергии уже было отдано смерти. Ну вот, вот. Это то, что там было бы написано.
перенестись. А, нет, сейчас я кольцо сразу надену. Колечко темной луны. Мы про него, по-моему, тоже не прочитали. Добавляет ячейки магии. Даруется последователям Гвиндолина, бога темной луны и последнего ребенка Гвина, поверителя света. Добавляет ячейки магии. Гвиндолин, темное солнце, единственный бог, оставшийся в Анарлонда. Его немногочисленные последователи выполняют жизненно важные задачи. Кольцо принцессы света даруется тем, кто вступил в орден Гвиневер, дочери повелителя Гвина и принцессы света. Это едва теплое кольцо повышает синергию в заклинании чудес. Гвиневер, принцесса света, покинула Анарлонда со многими другими богами и вышла замуж за бога огня Флана. Ну все. Колечко темной луны. Тю-тю-тю. Сейчас пойдем трогать Гвиндолина за жепу. Помнишь, где взяла кольцо жертвы? Сходи туда. Нет, конечно. Типа там еще появилось такое же кольцо. Не, я не пойду. Мне не удается ими нормально воспользоваться. И как только, мне кажется, знаете, здесь искусственный интеллект, он шарит. Мне как только кольцо это ставлю, он такой, ни за что в жизни нельзя дать ей это, забрать кольцо. И, точнее, забрать души. А ты сходи, это надо, Капа. Ну, вот вы сейчас рофлите или нет? Товарищ модератор, зачем вы издеваетесь над стримером? Там что будет? Еще одно кольцо. Я не знаю, куда идти. Вот куда идти? Я не знаю. Что нет, Капа? Выводит. Как же он выводит? Ну как вы не знаете? Ну я не помню. В смысле, здесь столько лута везде. Это там, где начало. Где прыгать надо. Где я вот там перепрыгнула, а вы думали не перепрыгнуть? Это там? Хорошо, сейчас схожу. Ой, задушит же, задушит, понимаете, чат? Я поставила руку там. Сейчас главное бабку еще раз не ударить, а то мой бюджет этого не выдержит. Дурачок. Здрасте, Сашенька. Здравствуйте, Феофан. А ниже Кекви? В смысле ниже? Это под мостом оно было? Вы же не написали где? Под мостом вот этим? Или там, где бомжи вот там вот были, я и запрыгивала на такой вот кусок стены? Я-то поняла. Но это либо под мостом, либо там, о чем я думаю. Что не... О. Тут же где-то был срез. Я уже не помню. Подождите, мне даже теперь интересно. Я же тут срез открывала, и он куда-то вел. Или это не здесь? Ох, нет, это точно не здесь. А это вот туда, к этим, да? Да-да-да. Ну, видимо, я не помню уже. Чего вы смеетесь? Столько локаций было обхожено. Под мост. Ну вот так бы и сказали под мост. Я подумала о другом месте совершенно. Ну вот, я теперь поняла, куда. Мы ищем... Ну, товарищ модератор просит меня сходить там, где кольцо было жертвенное. Ой, тут столько было снито-говнито, вы бы видели, как он меня обузил. Мы надели кольцо жертвенное, чтобы забрать 20 тысяч душ, которые там лежат. Значит, мы к нему подходим, а он жопой своей закрыл метку, где души лежат. Меня бьют скелеты, я думаю, ладно, бейте, сейчас я нажму крестик. Я не успеваю, меня нито-говнито вот так вот на руку насаживает. Ржет надо мной, я не знаю, с минуту. А потом выкидывает меня, я сквозь текстуры потолка куда-то улетаю, потом приземляюсь на землю. Да. А потом второй раз я захожу, и он опять сходу орет. А это куда ведет? Во, вот сюда мне надо. Вот, я хотела вам объяснить, о чем я подумала. Я же помню, видите, я помню. Я думала, мне вот туда надо, поняли? Вот там вот был лут. А оказывается, нет. Но вы плохо объяснили, я же вам дала подсказку. Я говорю, это там, где вы думали, я не перепрыгну, но я перепрыгнула.
И вы такие, да. Это вы плохо поняли, это вы плохо объяснили. Сейчас, сейчас. Как там было написано? Угу. Помнишь, где ты взяла кольцо жертвы? Сходи туда, я не помню, говорю. А ты сходи. Ну как вы не знаете, это там, где начало, где прыгать надо. Найс, а потом я спрашиваю, говорю, это там, где я не перепрыгнула? Да! В Dark Souls много где прыгать надо. Не, ну с первого раза это не запом... Ой, в ту сторону. Это не запоминается, просим чатик милосердно простить. Да-да. Так пропрыгать-то вообще хз, как у вас получилось. Ну, ключевое слово же было, что вы думали, я не перепрыгну. В общем, мы недопоняли друг друга, очень недопоняли. Блин, помню этот шортс до сих пор смешно, как в первый раз, когда я говорю, ты чё, меня к маме крысе поведёшь? И вот сюда пошла выходить в окно и упала. Тихо, тихо. Так, давай пинаться. Не, пинок. Ну, а, получи. Да, да. Мы поняли. Мне ваши удары, как вот это, кусь комара, понимаете? Так, это где прыгать-то? Отсюда, да? А я не помню, как я туда запрыгнула. Просто вот так? По идее, да. Угу. О, фига там кто-то сидит. А, это ты, мудрец! Фига. Ничего себе. Приветствую тебя. Вот уж не ожидал здесь кого-нибудь увидеть, а? Похоже, великие умы мыслят одинокого. Одинокого. Одинаково? Хи-хи-хи. Она идти не хотела, не слушается модератор. Не, ну да у нас просто маленькое недоразумение возникло. Чего вы сразу начинаете? Спасибо. Вы меня не поняли, я вас не поняла. Все. Боюсь, я ничего здесь не вижу. Маску сними. Бездонная шкатулка. О, 1000 душ. Подождите, а кольцо у него есть? Стоит сколько? Он кольца не продает. Доспех Арнштейна. Что? Ох, мама мия. Он так много весит. А у меня душ нет. Ну что вы не сказали все в уровень не вкладывать? Я и забыла, что так можно. А я же... Ну, чисто в теории, если я надену 2 кольца со снаряжением, ну, которые переносимый вес. Это надо 7... Посчитайте кто-нибудь. 12... 27 тысяч душ? Что ж, очень жаль. Ну, ничего страшного. Не переживай. Я всегда готов к обмену. Не каждому обмену суждено состояться. Когда-нибудь мы обязательно придем к соглашению. Я знаю, где можно взять душу у Гвиндолина. У вас тут ворона недалеко есть. Ах, вот так? Вы же говорили, что я успею еще на нее упасть. Видимо, пришло время, да? Чел, только не подходи к краю, да? Я перепрыгну. Хорошо? Блять. Слишком рано на... Я слишком рано нажала кнопку бега. Ну, это да. Учитесь, как надо. Сейчас пойдем заберем. Теперь, ну, каждая 1000 на счету. Ты уже перекачалась для вороны. А, что-то там смайлик очень. Я просто привыкла, что товарищ модератор меня обычно с этим смайликом троллит. Ну, не всегда, но он издевается с ним еще тоже. То есть он может полезные советы давать, но при этом все равно вот этот вот смайлик писать. Я приду сейчас. Я хотела его пнуть. Ну ладно, это было бы более унизительно и приятно для меня. Так без этого смайлика непонятно, полезный совет или я кекаю.
Да-да, а с ним-то сразу все лучше становится в разы. Что-то я с этой стороны боюсь идти. Как будто бы с этой у меня получается лучше. Ну, к краю самому мы не подходим больше. Я просто хотела больше места себе взять для разгона, а в итоге... Это благодушная улыбка с легким налетом троллинга, да-да-да. Ну ладно, пойдемте в гнездо к вороне посидим. Я тогда хотела... Ну, я... О, меню жеста. Так, стоп. А ты единственный, кто из них выжил? Ты с ними не пошел? Фига ты, предатель. А, это снова ты? А там хозяйку забери свою, Анну. А, как бы это сказать? Я потерял госпожу. Где ее только не искал, да бестолку. Куда же она подевалась? Госпожа, я ведь поклялся защищать вас до конца жизни. Так, хочешь скажу, где бедищи? Ваше высочество, куда же вы пропали? Я один в этом виноват. О, горе мне, я бесполезное и жалкое ничтожество. Так я знаю, где иди там, в это... какакомбах. О, прошу прощения, займемся чудесами. Иногда я погружаюсь в себя, не обращая внимания. Она пришла сюда, в церковь наверху? А, да? Сейчас пойдем поздороваемся. Церковь наверху. В церковь это где два рыцаря, там это, колдун стоял с бомжами, да? Это об этом месте. Я помню, как мне здесь прилетел первый вторженец и проклял мир, и заобузил меня. Я его почти убила, но он что-то там использовал запрещенное что-то. Кто она? Кто? Ну, всегда мы так долго ездили, да? Так, чё по врагам тут? Она где сидит? О, здорово. Они тебя не тронули? А почему? Меня трогали. Здравствуй. Я никогда не забуду твои деяния. Я в долгу перед тобой. Спаси Винца и Ника, а спасти было не в моих силах. Моя благодарность не имеет границ. 60 тысяч душ сюда. Если ты не знаешь, я Рея из Старолонда. Хотела бы я хоть чем-то помочь тебе. Но я молодая и неопытная, лишь умею творить чудеса. Ну, сотвори души. Если думаешь, что они пригодятся тебе, поговори со мной еще раз. А. Скажи, где они тебя трогали? Да где угодно. Неопытная, обучим капа. Тебе нужны мои чудеса, да? Я буду очень рада, если это так. Да я бы и шмотки твои забрала. Что ж, давай поговорим о чудесах. Вступать в орден я не буду. Я вступлю в орден Гвиндолину, если он мне разрешит. Если... Дело в том, что вот там... Я не читала прям подробно. Если убить... Ну, не убить, а уничтожить иллюзию Гвиневер, то он тогда точно обозлится, по-моему. И внизу... И мы сможем... Там внизу исчезнут статуи, и мы сможем попасть. Но я нашла кольцо темной луны, которое это его этот ковенант. Если мы его наденем, статуи пропадут. Я смогу с ним вообще поговорить, или он сразу меня начнет бить? Я хочу к нему в орден вступить перед тем, как убить. Ну а что? Ну да. Это же мой любимый мужчина в игре. Ну, еще Лотрик. Винца и Ника обманул какой-то чурбан по имени Лоскутик, превратив их в полых. Мои молитвы не помогли им. Мое невежество и слабость духа обрекло их на такую судьбу. Наверное, Петрус с самого начала осознавал мою никчемность и поэтому решил бросить меня. Я не могу его за это винить. А знаешь, мы отомстили. Лоскутика больше нет в этой вселенной. О, полностью восстанавливает здоровье. 1000. Не, спасибо. Возвращение? Это что, вместо костра можно возвращаться? Серьезно? Типа вместо косточки... Вот было бы у меня тогда 40 тысяч душев, и я каждый раз бы сидела, возвращалась? Серьезно? Тут, по-моему, любой класс лучше, чем вор. Нет, я понимаю, что я специально выбрала вора, чтобы страдать. Типа ни мага там, ни этого... Как он? Огнем, который вот этот, с перчаткой. Я забыла. Не его вот. А вот... К нему вообще заходить нельзя, начнет бить. Только молиться в храме темной луны. Я не знаю, где храм темной луны.
понятия не имею. Ну, а если... Просто у тебя не вор, а ловкач типичный. Ну... А типа, чтобы я была вором, что мне надо? Маленький кортик иметь, да? И подходить всем со спины, типа, нож в печень никто не вечен. Вот, вот так вот, да? Ну, и иметь кучу отмычек и понтоваться перед каждым боссом вот так крутить. Типа, я вор, смотри, я не обычный ловкач. Я вообще-то вор. Что ж, береги себя. Прощай. Нет, ты мне не говори с таких слов. Слышишь, не надо. А потом они тебя так крутят. Да, они-то меня покрутил. Надо потом это вырезать. Это было очень унизительно. Тут надо спрыгивать, по-моему, да, чтобы к вороне попасть? Я не помню. Ой, рано. Сейчас бы разбились насмерть. А, там перепрыгивала я вот здесь, да? Угу. Ну, там, где статуи пропадающие, у тебя и костер с таким названием есть впис... У меня была вписка, но из-за того, что была пауза, получилось еще лучше. Любите унижение? Нет. Так, Каркарыч, ну шо? Пришла пора, по-моему. Это я так к нему дойду? По идее, да. Люблю приземляться, как самурай, знаете ли. Так, а где гнездо? А, щит, оно же наверху. Да я забыла, я что, тут бываю часто, что ли? Сейчас еще раз сделаем. Выше, да в см... И смотрите, такой выше. Сидит выше. Да я что, помню, что ли? Я здесь бываю раз в 100 лет. Да было в начале пути. А, тебе нельзя высказать, да, что ты бросил госпожу? Да я сразу написал, я вас знаю. Но я не сразу смотрю. Прописку понравилось, да, понятно. А чё не едем? Вперед. Это вот здесь? Да. Я, по-моему, промажу сейчас. А, щит. И это я к мимикам попала. А как отсюда выйти? Я не помню. Ну, в смысле, тут мимиков... О, только через катакомбы сейчас или как? Ну, вот через, да. Угу. Сейчас, 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 сейчас. Ребята, мы с вами... О, у меня хп как много. Я даже не заметила. Слышишь, ну, да неси по-братски в гнездо. Жалко тебе, да? А главное, этого тоже не вырезать. Пачки, ты... служба охраны в храме огня. Вы видели, кто у вас тут? Ну давай, как ты обратно пойдешь? Мне даже интересно. А, ты прям даже вот сюда можешь? Пошли со мной. Тут есть человек. А он бессмертный, можете стукать сколько хотите. А чё он тут ходит? Я не понимаю, это храм вообще-то мой. Смотри, пёс. Я не буду смотреть, как он уходит. Надо на большом расстоянии от него держаться, постоянно подходить постепенно. Мне неинтересно этим заниматься, знаете ли. А я с этого лифта смогу перепрыгнуть? Я просто не помню. Там, по-моему, уже пространства нет. Да. Угу. Так, камеру мы больше не вертим наперед, лучше уже. Ага. Так, теперь наверх. Ага. Каждый раз ведусь на этот свет, думая, что там какой-то лут или метка призыва чего-то необычного. А можно... Слушайте, а можно яйца ударить? Или из-за этого мне смерть сразу, и я не попаду в тайную локацию? Мне надо знать, есть ли последствия этого действия. Ударь, капа. Не-не-не. Я боюсь. А сейчас, а вдруг она ополчится на меня? Ага. Вот сейчас вот. Ой, а помните, где-то было гнездо вороны, которому можно было что-то отдать, и он такой
пи-пи-пи, есть у тебя что-то ценное поменять? А где это было вообще? Совсем не помню. Вообще не помню. Представляете? Ага, сядь и найдешь то место. Ладно, хорошо. Сейчас меня молнией убьет или что? Хидетака недостаточно гениален, надо было таймер на 9 минут ставить, я тоже так думаю. Я ж тогда присела, там можно было в первый раз. Посидела и встала, вы мне сказали, что можно дольше, но это потом. О, вот это место, по-моему, да. Я же помню, было вот это вот пи-пи-пи. Ой. Ой, какая гадость. Что это такое? О, боже. Забери меня обратно, ворона. Я не хочу, нет, только... Ну, что это? Опять какие-то говна и нежить. Еще вот эти... Это же самые больные вот в игре персонажи вообще. Вот. Пи-пи-пи, только с Вики идти. В смысле, Вики-тики. Ай, пока, вы об этом? Ай, Вики-вики. Вики-тики, вы об этом, нет? Начальная локация только с усложненными врагами. Там, наверное, будет босс вот этот, да? Это же здесь был босс. Отлично, ступай прямо. Вот этот, который прыгал такой жирный, я не знаю, как его описать вообще, на что это было похоже. Это было здесь или дальше? Я не хочу с бомжами вместе с ним драться. Ну ладно. Здрасте. Да, как-то я не планировала так быстро у вас оказаться. А, да? Угу. Ну, я сейчас вернусь. Ты подожди. Не, ну кто знал? Я, ну, это был подвох. Я не умею так быстро ориентироваться в пространстве. Еще надо кольцо темной луны пока что снять, раз мы не идем к моему любимому Гвинтерину. Что у меня там было? Немного увеличивать здоровье? Нет, ну это какое-то вообще что-то. Это не немного, это почти не увеличивает. А там костра нет, да? Опять вот это вот. Да-да, опять ворону ждать. Не, ну костер-то есть, надо было просто к демону не падать. Но я ж не знала, что я упаду, правильно? Я как будто в этом месте, ну, так часто бываю, и каждый день смотрю стримы по Dark Souls, чтобы знать, где что находится. Ничего, ничего. Опять не туда. У меня в этом месте почему-то пространственный кретинизм зашкаливает. А за что ты его любишь? За щупальца? Кого? Демона? А, Квиндолина. Ну, вы видели, какой он? Ну, как можно не любить такого? Ну, вы чё? И Лотрик мне еще нравится. Тоже классный. А еще, оказывается, у них один и тот же актер озвучки. Ну, я не буду это зачитывать, а в чат ВКПлея я это передать не могу, ясно, товарищ модератор? Хотите, идите сами, пишите. Мне лень. Ну и все, значит, никто не узнает. Думаю, месяц-два назад и смотрели каждый день. Да не каждый день, я полтора месяца назад посмотрела одну серию. Как за мага проходили, и то они дошли, по-моему. Куда он дошел там? Даже до дракона он, по-моему, еще не дошел. До первой виверны у той.
поэтому там немного мне заспойлерено было, так скажем. Какая-нибудь пошлость. Ну, можете зайти в чат Твича, написать «я есть», и товарищ модератор вам еще раз продублирует, потому что история для вас чата не сохранится. Костер вот здесь, что ли? Или нет? О, видите, как помню? Я еще что-то помню. И забанит? Ой. Ну шо, давай это. Убегай. Не, я убегать не буду. Надо сначала бомжей убить, а то они за мной упадут. Будет неприятно. Они хоть и слабенькие, но... Ох, но... А чё, я к нему теперь не попаду, что ли? А. О, это моя 1000 вообще-то. Я не помню его мувсет. Совершенно. Не, ну слушай, по сравнению с Арнштейном и братом... Ты прыгаешь не так хорошо. А, ты вот так умеешь. Ауры бить. Зря, зря. А я просто заранее нажала. Знаете, оно когда зажал, уже не отменишь. Где я? Неважно уже. И сколько я сейчас с него? 3000 получу максимум? Я ничего не получила, кроме косточки титанита. Это был обман, что здесь душ? А, 20. Ладно. Погорячилась. Ну, погорячилась. С кровотечением-то попроще будет, да, да? А то скелетам что-то вообще пофиг на это. Ну, зато я все равно скелетов прошла со своей вот этой катаной. Я не стала вот пусечкой, не взяла дубинку и не прокачала ее. Ой, а вы не видели, как я заабьюзила Нита говнита? Сначала он меня абьюзил, кстати, Феофан. Попыток 5-6 еще вот с душами, когда он не давал мне их забрать. А потом я не загрела дальних скелетов, значит. И стояла в начале, чтобы если я умру, души забирать было легче. И вот он туда с маленькими пришел, и вот так вот уперся в угол. И я его там тыкала, и меня скелеты тоже тыкали. А потом я такая щит ставлю, и он такой... И орет. И уничтожает скелетов. И я опять его тыкаю. Но под конец, он меня чуть не убил. У меня закончилась выносливость. Он повернулся ко мне, понимаете, к лесу передом, да, ко мне задом. Но задом не до конца, и мне некуда было его бить. У меня удары насквозь проходили. Такие дела. Стримлер не пусечка. Ну да. А куда идти дальше-то? Тут где-то шар катался когда-то. Мужчина! Ну мне надо доспех собирать. Ну, мужчина. Я не соберу так его ни в жизни, господи. Там кое-что важное. А здесь что? Ну, здесь так узко, мне некуда будет перекатиться, он же меня убьет. Мощная атака. Кто? Или это они имеют в виду, как мне с ним бороться? Слушайте, может тут есть где-то место получше? О, вот здесь. Блин, он меня сейчас забьюзит, я вам серьезно. Я же... Я не могу подняться, чтобы за жопу его потрогать. Подожди, подожди, не надо. Да подожди, я... Плохое место. О. О, я могу на него спрыгнуть. Ну да, я крыса, и что?
Получи! Блин, какое же место говнистое, вы бы знали. Да он, все, я... Здесь же, сука, выбрала место великолепное. 2 на 2. В бордюрчик упираешься, подняться не можешь. И ты просто вот так вот, и он такой... И так вот вертит. Угу. Класс. А как туда теперь дойти? Там все-таки 20 тысяч душев. Не-не-не. Туда мы тоже не идем. Получается, тут дырка есть? Уже. Ладно, бомжи, давайте, идите сюда. Никогда эти рыцари не перестанут разочаровывать. Я вам серьезно говорю. Как упасть? Здесь, наверное, да? Так, а теперь куда? Куда-то по лестнице. Сражались две пипеги. Да. Не бей, подожди, стой. Не надо. Он бежит? Нет. Не надо бегать за мной. Я буду драться с ним нечестно. Здесь плохое место. Ну, смотрите. Тут вот если удалось, перекатился на ступеньки. Здесь ты в тупике. Потом, пока я камеру верчу, вот, он же вот стоит уже, прям вот здесь. Почему я так медленно хожу? Что происходит? А, я в воде. Вот в чем причина. Шикарная тактика. Да я так и буду бороться, вы что думали? Если только он мне даст второй раз залезть на этот... На лесенку. Слышишь, давай иди сюда. Я бы хотела ему сделать бэкстеп, но... Не факт, что мне удастся. Да, да, да. Я большой и страшный рыцарь. Ох, но... Он мне не даст залезть. Я, кстати, это, ну, как бы, спойлер. О! А ты еще медленней просто поднимайся, да, пока он тебе 10 ударов по жопе нанесет. Потом, глядишь, уже и не надо будет подниматься. Я тоже так думаю. Классно. Это сейчас было хорошо. Мы мансим и идем обратно на лестницу. А чё он не спешит даже? Ты давай поспеши. Ага. Пусти! Ну не надо! Это кто? Ждан поймал неждан. Это вообще... Это было подло. Чего? Тут кто-то говнит так же, как и я, и дерется несправедливо. А вот не надо было его вначале убивать. Ах, вот оно что. А, я про тактику... Это я зачитала, да, про Нита? Угу. Кажется, в честную было бы больше шансов. Да, шансов было бы больше, но я не умею драться в таких узких пространствах. А посему деремся как есть. А у него хп же не восстанавливается, правильно? Он подбитый ушел. Слышишь, ты подбитый? Или отбитый? О, ты уже тут! Да что ж ты не сказал, что ты не до конца ушел, чел? Идешь? Я тут. На, получи. Я не могу прям на него спрыгнуть. Получается, бывает так, что я прыгаю не на него. Не-не, ну не уходи. Да не уходи, друг. Да вот я, слышишь? Надо сразу прыгать, он очень, это, ранимый. Надо было бы ускориться, наверное.
Да, я поняла, что это за рыцарь, когда мне товарищ модератор сказал про... Надо было его не убивать, а мы убили. Ну, я надеялась, что он мне свои шмотки даст, а он не дал. А чё он ожил? А, он, наверное, стал каким... Подождите, а как он вообще вернулся к жизни? На, получи! 20 урона, вау! Я ничего не понимаю, кто я! Стой, не бей, не надо! О, боже! Пока эту камеру развернешь, на них, по-моему, надо закреплять ее. Ну, в таких узких пространствах, так уж точно. Он стал полым без эстуса. Вы Александра, вам 18 лет, и вы стримлер. Здравствуйте, Отто. О, она. А еще вы наша богиня. Да все уже забыли, что я богиня. Вы же знаете, если не чтить богиню и там это... Подношение его не делать. Все забывают. Ну, знаете, когда в божество больше не верят. Уже все. Теряет свою силу. Ну, он или она. Оно. Точно, это наша клетка. А что за странная кукла? Угу. Не тут, да? Понял. Тут? Не тут. В ключиках? Да. Когда-то существовало такое чудовище, которому не было места в мире. Оно крепко вцепилось в эту куклу, и вдруг его затянуло в нарисованный мир, холодный и необитаемый. Это они сейчас отсылку к игроку делают или что? Или что? Или где? А ее можно использовать? Или лучше пока не надо? Но точно не в этой локации, здесь-то и драться неудобно. Нет, это намек. Вы сильны как никогда, вон, как демонов разматываете. А? Да, я знаю про этот сериал, я его не смотрела. Я как-то первую серию посмотрела и не зашло мне. И больше я не смотрела, надо, может, пересмотреть, да зайдет. Можно использовать, но на картинке Ванарлонда. Это та картина, про которую мне говорили, Ванарлонда, где, если использовать, можно попасть в картину, и там, и это, шмотки вот того черного повелителя, властелина. Не, я просто, я уже знаю, что можно в картину попасть. Так что никаких спойлеров. Для меня, во всяком случае, с картиной так уж точно. А он каждый раз будет, этот чел, появляться, да? Как я на костер сажусь. И приходить меня находить в этой локации или что? О, там шар. Там вон лутик. А в этой локации есть еще чем заняться? Ну, там еще тут рыцарь второй. Я просто совсем не помню маршрут. О, это ты! Как я хорошо тебя нашла случайно, господи! Ну как же мне с ними драться? Тут так места мало. Закрепи на нем, блядь, камера. Да поняли, мы поняли. Иди отсюда. Рыцари одноразовые. А эти, да, это ж черные рыцари. Это не те, которые... В анал Родео были. А что, при чем тут мут? Ну, то есть, мне так нравится, как товарищ модератор, когда я, ну, где-то прохожу мимо, он такой, а говорят, вот там можно что-то сделать. Мне в комментариях давно написали, когда я говорила про шмотки еще в шорте. Где мы платили за бабку долг, что я хочу его шмотки. Мне еще тогда сказали, что его шмотки можно получить в картине. Ну, а типа, как я пойму, где использовать куклу? Ну, вот мне сказали и сказали, и что теперь? Ну, вы меня сами ругали за спойлер, но это не прям уж спойлер. Я знаю за картину уже давно. Зато, где применить куклу, никак не поймешь.
Ну не ругайся, или ты богиня сквернословия. Слышь? Ой, какой ты быстрый. Я ругаюсь иногда, а чё, хочу и ругаюсь. Имею право. Я единственное... Ну, сегодня было еще одно слово. А так обычно я использую два слова. Это сука и блядь. Другие слова я не использую. Считаю, что эти два имею право использовать. Хочу, использую. И что вы мне сделаете? Так, Кота, вы тут не подмазываетесь к товарищу модератору. Так это и все? А, нет, там же еще наверх можно было выйти. Если вот туда пойти, налево и куда-то там наверх. Там, где шар. Сейчас пойдем, я просто на всякий случай. И была еще где-то блестяшка наверху, но я не поняла, как ее забрать пока что. Ой, Феофан, ну шо вы? Вот где-то там, что ли, или нет? Во, вон там блестяшка, вон она. Нет, игра, ты позволь, пожалуйста. Я не хочу искать место, где можно к этому луту пробраться нормально. Я не хочу. Тут невидимая стена, меня не пустят. К сожалению, я бы могла душиться здесь сколько угодно. Но меня не пустят. Даже если по краю. Вот здесь, может, по краю нету? Нет, тоже есть. Ну, ладно. Ну, подумаешь. Тут черные рыцари еще где-нибудь сидят? В закутках, не? А туда попасть как? Откуда-то сверху. Логично. Единственное, что есть тут, это пойти там, где шар пока что. Это единственное, что ведет наверх. А я сейчас, как обычно, от него отлечу. Ну, в смысле, отхвачу. Не, смотрите, повезло. Фига. Слышишь, ты бомж. Мах, получи. Так, тут нельзя. Тут тоже... Опа, что это такое? А что это там такое? Смотрите, синенькое, как колокол или чья-то жопа. Так, тут куча бомжей было раньше. Я же надеюсь, тут рыцарей нет теперь вместо них. По-моему, меня уже услышали, да. Надо. Ля, дырка. А чё я их так боюсь? Я не знаю, мне кажется, как будто меня втащат сейчас. А рыцаря у тебя нет? Ой, как же мы их вначале мансили. Ключ от западного крыла. О, а мы тут не были. Ничего себе. А, это только ради лута? Ключ. Ржавое железное кольцо. Как-то звучит не очень презентабельно, но, может, свойства хорошие. Ржавое какое-то кольцо там. Улучшает чувство равновесия на нетвердой земле. Подождите, это может пригодиться для наковален, которые в говнах находятся в этом... Как это локом называлось? Я не помню. В крепости какой-то там сено чешет. Это железное кольцо использовалось для сковывания виновных. Все ржавое и немного испачкано кровью. Нашедшие это загадочное кольцо к своему удовольствию обнаружат, что передвигаться по болотам стало легче. Угу. То есть было бы у меня это кольцо раньше, там было бы проще. А это и все?
То есть вот это точно конец уже. В этой локе больше делать нечего. Я правильно понимаю? И в воде свободно. Ну да, вода, болото, все это барахло. Где костер ближе? Я не помню. Тут какой-то пи-пи-пи есть. Ну да. Но я не помню, в какой стороне. Вот в этой же, правильно? Вот там вот справа. Не в той же? Или в той? Я... Ну... Ладно, я тут спрыгну. Плевать. Главное, не в дырку туда к демону, а то будет фиаско. Пришло оно. Сейчас я проверю, что в этой стороне. У меня память тут тяжело. Да, в этой стороне только рыцари. Ну все, значит, надо назад идти. Лучшее кольцо игры. И жаль, его нет в других. Но в других Dark Souls'ах было, которое уменьшает получаемый яд. А еще в других Dark Souls'ах есть кольцо, которое мне очень нравится. Не знаю, во всех или в одном только. Которое при перекате тебя делает невидимым. О, это просто я мечтаю об этом кольце, вы бы знали. Вот он, пи-пи-пи. Эй, эй, ты! Дай тепла. Дай мягкости. Как? Слышишь, как тебе дать? А как дать-то? Я только втащить могу. Сесть нельзя. А зачем получаемый яд, если по болотам ходить не могу? Птенец СДС в гугле, вбей, иди на вики, там хз, какие предметы давать. О, боже. Птенец СДС. А это типа не спойлеры? Невидимое существо. Необходим ключ от башни. Продается у служанки при храме за 20 тысяч душ. В смысле? Но я и так уже возле гнезда. Убийство Ирины из Карима. А мы убивали Ирину какую-то? Я уже не помню. Так как вы потеряете ценного торговца чудесами. Кто такая Ирина? Не, мы ее не трогали. Встреча, возможно, и без покупки ключа. А, да. Предметы, помещенная вещь. Ох, фига. Так это бесполезно все. Ну, он дает доспех солнца, да, какие-то доспехи, знаки. Щит солнца. Кольцо жертвенности. Ну и самоцветы. Но мне же надо знать, что мне надо. Так-то, что... Какой-то посох поберушки. Сигбрау. Отдашь, получишь доспех солнца. Сигбрау — это Сигвард из Катарины. Расходуемый предметка. Это бочка. Ой, все, короче. Давай, птенец, слышишь, до свидания. Я не знаю, что тебе давать. И дать нельзя, кстати. Не дать, не взять. Смотрите. Ты третий ДС смотришь? Да я откуда знаю? Ты сказал вбить. Птенец Dark Souls. Ты издеваешься надо мной сейчас? Смотри, написано Птенец Dark Souls. Там не написано, он третий, не третий. Просто Птенец. Хорошо, я напишу Dark Souls 1. Меня выкидывает туда же, по-моему. Но я выберу другой сайт. Чтобы вы удовлетворились там. Это по картинке вижу не тот Dark Souls. Я и так удовлетворен, видя вас.
Нужно бросать предметы, перезаходить в игру. Да ну не, я не хочу этим заниматься. Делать больше нечего. Мне пока ничего не надо. О, а чего, тут ждать не надо? Я в дисковод скинул, а все. Все, поздно. Мерцающий титанит, медаль света, радужный камень, кольцо принцессы огня. Фигню отдает какую-то за него, я лучше кольцо себе оставлю. Фонарь можно на кольцо тумана, что это такое? Кольцо скрывает присутствие владельца. Допустим. Кольцо защиты и поддержки у меня есть. Мне не надо его обменивать. Преследователи — это заклинание. Ну и все, собственно. Только кольцо тумана разве что и можно получить. Из такого, что полезное. Остальное мне не надо. Не, ну может там понадобится демонический титанит, драконья чешуя. Но я пока ничего не могу прокачать. Да, мне как раз тот сайт и скинули. А посему, как бы, если я не знаю... Блядь, что произошло сейчас? Чё, почему у тебя дырка в гнезде? Не боишься, что у тебя птенцы упадут куда-нибудь потом, не? Я уже подумала, все, смерть. Я не помню, что я говорила. Надо пойти по частям покупать, иначе если я буду, ну, носить с собой сразу все 70 тысяч душ, ну, естественно, я их не донесу. Купим, ну, там, одну часть доспеха, потом вторую. Да-да, потом третью. Надо этого убить, он мне потом будет мешать прыгать. Может быть и нет, но чисто в теории может. А еще лучше я спрыгну сверху. На всякий случай. Так-то я точно туда попадаю. Меньше птенцов, меньше кормить. Так и задумано. Хорошо. Сейчас испугалась, как испугалась, как. Ого. Ты место лучше себе не мог найти, слышишь? А он не ожидал, да, да, да. Шлем львенка. Подождите, а что за гений подсчитал, что там надо 1 000 000... А как у меня по подсчетам вышло, что там надо, ну, не 20 чем-то тысяч, а 70? Типа, или я посчитала, что надо 20 чем-то. А потом просто шутила про 70, я уже не помню. А, 27 я сказала? У меня предчувствие, что мы с тобой еще встретимся. И, конечно же, снова выгодно поменяемся. У меня что-то в голове так цифра 20... Ой, 70 тысяч засела. Я не знаю, почему. Я, может быть, шутила там с этой девчонкой, что 60 тысяч душ мне сюда и, типа, откупимся или что-то. Я была уверена, что его доспехи будут стоить мне 70 тысяч, представляете? Я думала, сейчас один шлем куплю, а в итоге я купила весь сет. Приятно. Ой, сейчас буду еле перекатываться, зато в каких доспехах. Я их не сниму ни за что. Как бы плохо я ни перекатывалась, мне все равно. О, шлем серебряного рыцаря выпал. Ох. А если я к Гвиндолину в этом доспехе приду, он будет меня бить? Ну, типа я Арнштейн. Не надо сказать Арнштейн, не знаю почему. Блин, круто.
Я, правда, совсем не вывожу эту тяжесть. Кольцо защиты и поддержки что дает? Я не помню. Загруженность, отлично. И кольцо Хавила. Мы все равно не можем. Это очень плохо. А если я щит сниму? Ну почему я должна страдать? Да, я не буду теперь быстрым персонажем. Доспех Смога лучше, там же, там есть сиськи. Нет. Надо все выносливость скачать. Да что ж ты будешь делать? Ну что такое? Сейчас там что-то про экзамены пишут. Там препод говорит поменять экзамены, потому что... О, это будет мощно. Подождите, 25-го? Так у нас так и должно было. А, 24-го, 25-го. О, боже, какой ужас. Правда, в этих шмотках у нас жопа какая-то плоская, очень маленькая. Там хотя бы ее не было видно, а тут мы плоскожопыч такой. Ну, это медленно. И все, и никак не помочь, да, себе мне больше? Я не могу себе никак помочь. Но если только вот это кольцо заменить на что? А ни на что не заменишь. Я сейчас плакать буду, ну типа, а чё? Чел-ценитель? Ну его в любом случае сейчас не купить, только на НГ+. А, если смогу доспех, да, мне он не нужен, я не хочу вот это быть. Ну и как я сейчас буду с Гвиндолином? Он же будет заклинания свои, наверное, спамить, творить, а я чё? Буду вот это 3 часа перекатываться. А как понять, сколько мне не хватает? Здесь написано, вот сколько мне еще надо, чтобы это все выдержать. Нету такой статистики, типа, не хватает там столько-то килограмм, чтобы быть. Загруженность 133 из 131, но я слаб. У меня он выносливости 33, ну что, мало что ли? Ну я сейчас, я буду плакать, вы что? А у меня нет такого телепорта. Вы говорили, у меня есть темные луны, что-то там. У меня нет ничего темного. Так, надо в Анарлондо сходить, да? Где-то к картине. А я понятия не имею, где картина. Ну ладно, найдем. Алтарь света, это то, о чем я думаю, это возле девчонки. Ты там не сидела еще. Понятно. Ну не говорите мне, где надо посидеть. В смысле? О, а мы убили ту виверну? В итоге-то. Я просто забыла. О. Вы не помните, мы ее убили? Нет, я что-то у меня вообще пробелы какие-то. Ну, раз не летит, наверное, убили. Не помню, Капа. Да уж, конечно, как тумба перекатываюсь. О, здорово. А вот и она. Все-таки не убили. Есть чем заняться, я считаю. Ой, я так не пройти, да? Слышишь, не души меня пока. Все, сидим. Ну, раздражаем своим присутствием. На всякий случай выпью, знаете, такое дело. А где урон, дракоша, Капа? Да-да-да.
А я тут. Говорят, что я еще тут. Я все еще тут. Да-да. Дракоша, не надо. Он опять за свое. Он опять говнится. Чего он не может просто сесть? Он же сейчас будет меня душить огнем. Вот, сел. Сейчас опять огнем дышать будет, смотрите. Он меня додушит до конца, по-моему, нет? Ох, боже. Слышишь, ну давай нормально драться, ну в самом деле. По морде не успела ему втащить. Я не понимаю, как оно себя ведет. Крайне непредсказуемое шо-то. Шо? А шо-шо? Откуда урон вы шо? В смысле? Какой урон? Ваншот? Да. Да не уходи, вернись. Ну все, он теперь через 100 лет только вернется. Да иди в жопу. Только великий лукарь может его убить из засады в хвост. Но я хочу по-честному драться, а он не хочет. Ну ладно. Не хотите, как хотите. Ну, здорово. Давай поболтаем. Смотри, у меня доспех какой лучше, чем у тебя. Ха, прикинь. Раньше я-то твой хотела, а теперь мне ничего не надо. Значит, тебе было откровение. Как удачно. Я надеюсь на лучшее. Буду молиться, чтобы через тебя исполнилась ее воля. Тебе доводилось слышать о Нагом Сити? По легенде, он восстал против древних драконов. Он стал советником повелителя Гвина, получил герцогство и, возможно, возможность заниматься исследованиями. Попав в королевские архивы, он стал изучать материалы о чешуе бессмертия, о том, чего ему не хватало. Но его исследования свели его с ума. Архивы стали его подземельем, местом для страшных экспериментов. С тех пор никто не смеет войти в запретные архивы герцога. Их зловещие очертания можно разглядеть высоко в горах, но я не советую даже приближаться к ним. А еще у нас в аду двери открылись, кстати, я вспомнила. И не только в аду. Еще и в Анал-Раде вот здесь, если наверх пойти. Если тебе нужно восстановить силы, отдохни. В конце концов, именно для этого и нужны костры. Хорошо. Я пойду картину искать. В каком-то из залов, наверное. Смотрите, а это я. И, кстати, в честь меня статуя, не знали? Теперь знаете. Ой, от них перекатываться сейчас вот это вот. Это... Ох. Это... Ох. А, мне ж сюда не надо, здесь-то нечего делать. Надо вниз идти. Картины не тут. Тут не было картин, тут только статуи. Звеним теперь. Вот шея у него немного некрасивая. Я случайно, я когда почесать шею решила, я задела кнопку. Ну, ясно. Может, дракон приедет. Зато выпад красивый, да-да-да.
Дракоша. О, летит. Да я при чем? Я стою вообще в угол, смотрю. Алло. Стою, говорят, здесь. Раздражаю драконов. Ты ж меня если выведешь, я куплю реально больших стрел и буду стрелять тебе. Теперь надо убегать, наверное. Я не знаю. Есть шанс спастись? Или он обидится и улетит? Или он будет дуть и подойдет? Ты не улетай только, слышишь? А мне не больно. Он будет спамить, скорее всего. Я не смогу выйти. А может быть, дать ему шанс сесть обратно наверх? И потом подойти и снова начать драться? Хорошо. Да ты куда полетел? Ты что, настолько чувствительный? О, боже. Все ясно. Нельзя уходить, иначе он обижается. О, боже. Ну, ладно. Вот кто пусечка вообще. Чуть что, так сразу улетает и огнем дышит. И спамит. Ну, это нечестно. Так, в Анерлонда, значит, летим. Не, если он сядет наверх, то будет лечиться. Я не знаю, как с ним драться, но оно же ненормальное. То есть он бывает как начнет спамить и как жить. А я же не смогу драться с этим кольцом. Ну, в смысле, мне, чтобы зайти к Виндолину, надо надеть кольцо Луны. Значит, надо будет переодеться, потому что если я сниму кольцо, одно нельзя снимать, а второе мне дает хоть как-то возможность все это носить, добро. Если я его сниму, то как бы все. Есть возможность, может быть, как бы открыть проход, переодеть и зайти. Либо он закроется опять, я не знаю. Интересно, где картина? Тут или не тут? Она-то вот здесь, но я же вниз не могу прыгнуть. А тут еще сундук, который я не забрала. Я понятия не имею как. Ой-ой. Да, так можно? Вон, хорошо. Да прыгнуть у меня тогда не получилось. Ох, нет. Кто это тут? Вниз упал... Я внизу ни разу не была, потому что я даже лут не залутала. О, ножик. Вот интересно. Не подсказывайте, не надо. Поверху туда точно никак не попасть. Вроде. А у меня уже и... О, у меня нет пути назад. Господи, мне придется идти сейчас по этим... Плакать хочется. Я ненавижу это место. Вы же помните, как я тут страдала? О, да. Да-да, вот сейчас это начнется. Я еще даже не начала идти. На, кстати, вы там спрашивали, на геймпаде нельзя ходить? Можно, но надо на сосочек очень аккуратно и нежно жать. Чуть-чуть пережмешь, все, побежал. То есть вот он уходится, но это прям тонкая грань между тем, чтобы побежать. Мне, кстати, не должно быть сильно больно от ножей, я надеюсь, в таком-то доспехе. Просто когда я с Арнштейном сражалась, ему было плевать на все, что я ему предъявляла, по-моему. Ты падаешь, я нет, меня с собой брать не надо, пожалуйста. Ну, больно, но не так, как раньше это было больно. А я на всякий случай похилюсь, думаете, мне жалко? Мне не жалко. Я от смелости аж вся дрожу. Боже, я сейчас на сосочек пережала, я уже испугалась, думаю, ну все. Вот здесь я столько раз падала, столько раз я тут падала, боже мой. О, опять пережала на сосочек, господи, как страшно.
Уйди, уйди. Ага, не жмем на сосочек, записал. Сосочки, они такие, требуют аккуратности. О, да. Так, а это вниз? Куда это ведет? Уйди, уйди. Может, отсюда уже можно прыгать? Как думаете? Как думаете, если отсюда прыгнуть, выживешь? Я сомневаюсь. Ждет меня, стоит. Вон она, картина. Можно прыгать, но есть нюанс. Но опять начинается. Что ж ты будешь делать-то? Я просто не хочу лишний раз прыгать, а потом идти опять сюда душу забирать. А вот та дорога куда ведет? Я не помню ничего. О, а вот это можно уже нажимать? И чё будет? Я заруинила что-то себе. Это проход в никуда, по-моему, нет? А мы же еще там лут не забрали. Ну, как-то не очень хочется, знаете. Угу. Как сундук забрать-то, не помню. Там есть такой же подъем, возможно. Но там никак не дойти. Непонятно. Это загадка дыры для меня, чат. Я не понимаю. Здесь требуется прыжок. Да я-то прыгну. Дайте мне все варианты изучить. Ну подождите. Это, по-моему, в никуда меня ведет. Это мне вот туда надо, вниз. Надо повернуть рычаг, будучи тут? Или что? Слышишь, давай это, верти. Угу. Быстрее бегать не могу, вы уж извините. Это я к горгулье сейчас иду, нет? Ну, где мы дрались. Ну, вот и все. Эх, хотели, чтобы стример упал. Все ясно. А здесь пусто почему? Ну, просто врагов много или кто-то сейчас еще большой появится? Блин, я подумала, что люстра это враг. Даже... По-моему, это не тот доспех, который мне сейчас нужен. Я сейчас переоденусь, ребят, подождите. Я не маневренная от слова совсем. Эх. Хихи, я хотел, но другого. Помощь нужна? Да не-не, я если прям совсем не буду справляться, что тогда могу спросить? Ребята, а если я буду из лука стрелять, урон будет ноль? Да. А вы кучей нападаете или... Или честно будем драться? Один на один там? Фига у тебя ножки какие, смотрите. Сексуальный такой идет. А. Больновая, больновая. Можно, кстати,
Щит-то теперь вернуть, я же все-таки. Да-да-да. О, как мне все равно. Да, абьюзю. Пользуюсь щитом. И что? Я говорила, что щитом, типа, не пользуюсь, но пользуюсь. Иногда. Вот дни там мы так и прошли. А ты куда побежал? Я не в той стороне, дружок. Угу. Чего еще скажешь? Такой, на! Угу. Да хорош, слышишь? Понял. Сильно. Это было сильно. Не попадешь. О, нет, они бегут. Бля, с двух сторон. Фига вы умные. Ух ты. Волшебство. Хорош! Каскадер, смотрите. Как же ж он уворачивается, да-да-да. А чё там за... Там нет невидимого чего-то? Тут-то картина понятная, я на пьедестале-то не потыкала в стены. Сейчас, сейчас. Я же не успокоюсь, если не тыкну. Ну ладно. Тут тоже. Эх. А в этой части, по-моему, вообще я не видела лута в самих предметах. Вроде как. Ну все, все, идем в картину. Сейчас, значит, погуляю с Ричиком. Это нога чья-то? А, нет, это, наверное, часть люстры. Я и приду, как буду есть сырники. Как мне будет вкусно, боже мой. Помогите, я хочу есть. Да я тоже не отказалась бы. Угу. Неплохо, конечно, неплохо, но не то, чтобы мне это надо было. О, да. Лучшая локация в игре сейчас будет, и босс почти такой же красивый, как стримлер. Спасибо. Вот что бывает, когда лень готовить. У меня есть только ролтон. Да, у меня даже ролтон нельзя есть. Ну, типа, я съем, и потом хуже будет, чем если я поголодаю чуть-чуть и приготовлю что-то нормальное. О, локация вам понравится. Нарисованный мир Ариамис. Ну, или Ариамис, я не знаю. А можно сразу костер? Нельзя. Ну, когда вы говорите, что мне понравится, это значит, что мне не особо понравится. Я знаю вас очень хорошо. На всякий случай. О, костер. Посидим, шо ли? А ударь мост, только надо на нем стоять. Не хочу. Так, ну пока бомжи. Но я не думаю, что это все, что тут есть. Угу. Ну почему? Я ведь упаду, нет, ну что? Я души смогу потом забрать, если я упаду с этого моста. У меня как бы 8000, мне не хотелось бы его, ну, терять количество. Здравствуйте, это стрим, да? Здравствуйте, это стрим, да? Сможете, Капа?
меня только катана поломалась, не? Ой. Смотрите, на него шутит. Давайте этот я... Здравствуйте, это зритель. Сможете что? Мне идти его долбить мост или нет? Скажите мне, долбить или нет? Вот так напишите. Не надо писать да, нет, я не пойму. О, лол. Это бомжи, которые на самом деле не бомжи. Проверь дамаг. Не хочу. Не бить или не бить? Не долбить? Хорошо. Пока товарищ модератор там хоть что-то мне напишет. Я тут это, лайк нашел. Возьмите, вот он чистый, я протер. Хорошо, возьму. Спасибо. Я знаю, это же Dark Souls. Тут хоть 1 000 000 часов наиграй, приди на лог, у тебя все равно задушат. Бомжи, не бомжи. Я недавно скидывала товарищу модератору видео смешное. Как 678 часов в Dark Souls выглядят. Чел скушал монетку, чтобы получить лут. Ну, вероятность была больше. И его просто рыцарь с первого же тычка скинул за текстуры. Все. И тоже там отлетали. Я видела у него много этих... видосиков его. Всякие разные он делал. И там, где его просто убивала толпа бомжей каких-то. Хотя он был уже в шмотках. Вау. Найс. Да подождите, я душу беру, блин, хорош. А оно взрывается в конце или что это? Главное, что сзади никого нет. Это хорошо. Фига ты это... плюешься, ничего себе. Ой, фу, а что, отраву наложили? Ох, ну. А это я когда бьюсь, с них отравленная кровь вылетает, или что сейчас произошло? Я не совсем понять смогла. Что-то рычит такое, вы слышали? Ужас какой. Или это бомжи? Не похоже, бомжи так не рычат. Какой удар, урон, вау. Оп. Это было сейчас тактическое отступление, кстати, я вам скажу. 300 душ дают, зато они дают нормально, я вам скажу. О, смотрите, там какая горгульева сидит. Жесть, это что такое? По-моему, тут какой-то волк меня ждет. Я не знаю, что-то жуткое. На, получил. Удар из-под тишка. Я могу? Главное не перекатиться сейчас случайно. Я же могу... Ну, это я. Я не я, если наоборот какую-то дичь не сделаю вместо чего-то нормального. Так, и на квадратик, да? Ничего себе. Ворона. Ой, фу, какая гадость. А может, меня наверху такая же ждет, кстати? Надо убрать на всякий случай, а то я в панике начну в бинокль смотреть. Вместо хила. Отравленная, но не кровь. Стример, твич живой? Ну да, я вижу. Комментарии. Не, я сейчас только за лутом, да, и сюда прилетит хоть одна из них. Блин, сколько их сидит там. Ой-ой-ой-ой-ой. Чё, нет? Да ладно. В окне уже кто-то стоит. А, это отравленный такой же. Я забираю тогда, да? Хорошо. О. Опа. Видите? Как я ее скинула, видели? Ну и кто вас переиграл и уничтожил? А-а-а! Вот так вот. Думали меня взять крысой. Тут главная крыса я вообще-то. Попрошу не забывать. А, собака вот здесь сидит.
Это если я вниз упаду сейчас оттуда сверху, я попаду, судя по всему, к этому рычащему чему-то. А ты шаришь? За то, что сейчас на меня прилетят после того, как я лут возьму? Ну, это очевидно. Кстати, вот это как раз прилетело и... Ну, еще какая-то, судя по всему. Там внизу какая-то жижа натыкана. И тоже три ворона или что-то. Там еще какие-то ворота. Там бомжи, горгульи, вороны. Так, лутик еще в ту сторону, если пойти. Угу. А в ту сторону как попасть? Пока никак, да, наверное? По мосту? Откуда-то? А если, может, туда вниз пойти? Я совершенно не хочу сюда идти. Тут... Да. Тут нет пути никуда в другое место, кроме как вот вниз упасть. Я не вижу, кто там в щелочке. Но кто-то неприятный, судя по звукам. Не, я не... Я боюсь. Звуки сейчас были. Я никого даже не била. А я не думала, что я так низко паду. Ну, зато за лутом как бы добежали, но там какой-то кошмар происходит, по-моему. Так, эти за мной не идут, но я так и думала, да, что эта жижа натыканная будет жить. Хорошо сейчас было. Фига, шорткаты пошли, а что, так можно было? Как? Потом заберем. Упасть вот так? Ну, если быть мной, да. Там бомжи, по-моему. Или это просто факел? Но куда это ведет? Угу. Ну, как-нибудь в другой раз, видимо. О, смотрите. Деньги пассивно капают. Найс. Я даже могу на косточке возвращения улететь. Скушать одну душеву. И да. Интересно, сколько я им урона буду наносить? Ну, они там мне нормально нанесут, потому что у них копья. Это значит, они меня будут бить очень мощно. Так, туда вниз, если я пойду, приду куда? А что, я за лутом не смогла дойти? Или это не отсюда идет? Я что-то не успела понять. Там тоже вон кусочек лута. Из этих клеток, наверное, кто-то будет выходить. О, с какой стати? Стесняюсь спросить, вы идете ко мне? Вы же ко мне, я знаю. Как он понял? Так не получится, да? Ну, пока он идет, я попрыгаю тут, пожалуй. Да, он идет не спеша. А если тут секретик подсказать можно? О, начинается. Секретики. Звук еще такой, как будто здесь где-то ящерка есть, нет? Такого волшебного звона. Там идешь, нет? Ну я хоть спрашиваю. Не, ну бомж что улетел, значит стены нет. И меня забери тоже. Но отсюда я не смогу выпрыгнуть. Не, я могу через низ пробежать, но я не очень хочу. Мне не кажется, это хорошая идея. Ну-ка, подождите, я попробую так чисто. Ну, звук это явно ящерки, судя по тому, как она...
Вот это вот. Я не могу описать ее звук по-другому, но вы уж извините. Мне так, чисто проверить урон. Но там, наверное, 3. Еще вариант, ну, точнее, не вариант, проблема в том, придут ли они мне мстить, и могу ли я отсюда выстрелить. Да, могу. 40. Ну, не так уж и плохо. Тяжело, когда не видите врага, да? Ага. Сейчас они, прикиньте, все за мной придут по лестнице. Я просто, я пожалею о том, что я это делаю. А они могут пройти по лестнице? Походу, по-моему, не могут. Не, они не могут. Надо бить в тех, которые застряли. Они отойти никуда не могут просто. Храбрый воин. Так, что ж ты будешь делать-то? Смелый воин. Да, катаной могла бы, они бы тоже, кстати, могли бы. Да блин, ну хорошая игра, слышишь? Поднять щиты, алло. Да я боюсь их, чего вы резидент слипера ставите? Стример тоже чего-то боится. Если у бомжей такой урон, представляете, сколько мне с одного копья прилетит? Я представляю, вот вы нет. Они боятся тебя больше, поверьте. Да, да, да. У самураев, вот вообще-то в Elden Ring'овом, у них помимо катаны был лук. Вот я и пользуюсь и тем, и другим. У меня нет нормальных шмоток самурайских, но то такое дело. Ну все, теперь честно драться придется, а вы что думали? Все, вот. Можете убирать своего резидент-слипера. У меня закончились стрелы. Урона в щит. Найс. Классно. Да. А знаете что? У меня же, говорят, еще арбалет есть, по-моему. Это что сейчас было? Они что, копья кидать умеют, что ли? Или это у кого-то настолько длинная пика? Слышишь ты? Не надо. Пошел контент. Да-да-да. Он кинет копье? Ну, нахер, как говорится. Сейчас посмотрим, болты есть? Блять, нет болтов. Ух, ну у меня банок нет тоже. А бомбы у меня есть хотя бы какие-нибудь? Я не пойду к ним, я боюсь. Они же меня уничтожат. Я могу съесть, да, я могу съесть эту хрень и похириться. Вот эту или вот там внизу. О, если я в них говном буду кидать.
А, меня тоже заразит. Да что ж ты будешь делать? Ничего у меня нет, у меня ничего нет. Я сейчас на костер вернусь, я боюсь. О, они ушли. Так, а если со спины подбегать, бить и быстро так, оп. Так, так, по одному, ребята, по одному. Спокойно, тихо, тихо. Все, уходим. Мы уходим, вы не знаю. Пустые банки есть на раны, потом ставить будешь. А они же явно не одноразовые, то есть в следующий раз мне все равно с ними придется драться, да? Не, я-то их убью и попытаюсь на косточки вернуться, я все прекрасно понимаю. Даже если они не одноразовые, мне надо, чтобы они за меня забыли. И пошли по своим делам. Один меня видит, он не даст второму забыть. А если я кольцо без шумыша надену? Подождите. Я смогу к ним бесшумно подойти? Может быть, хоть здесь это кольцо сработает? Но оно настолько бесполезное, мало ли. Где оно тут? Как оно там? О. Отсюда нельзя. Ой, все. Не, ну вот если бы они кучей стояли, они, вот пока я всех не убила, они бы меня, наверное, затыкали очень даже вкусно. Я не знаю, есть ли тут зомби вы какие-нибудь или еще что-то. Я боюсь. У меня нет банков. Давайте я на этом улечу отсюда нахрен. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я не хочу, нет, меня не было здесь, это не я. Открывается с другой стороны, вот там дверь, это же та самая дверь. Сейчас я этого бомжа убью, открою дверь. Это же явно она. Ох, ну... Один бомж только побежал. Это хорошо. Он не понимает, где я, да? Понимает? Он понимает. О, да. Это же то самое место. Да-да, вы что думали? Вот так-то. Изи. Ты не самурай, ты нинджа. Не хватает сколько? А ты что, обалдел? Сколько с бомжей дают? А мне надо. Здесь 23, 123. 23. Ну да, сейчас этих бомжей тут размотаем. О. Ну, или они меня. Это была техника, видели пьяного мастера? Его занесло, но он все равно меня втащил. Ну ладно, еще раз. А я не боюсь, я отбитый. Я не боюсь урона, что думали. Вот теперь вопрос. Качать все-таки, наверное, надо выносливость. Выносливый джим, да, мне дает это переносимое там что-то там. Как понять? Пояснение. Шея. По-моему, да. Максимальную загруженность. Угу. Ну, я уточнить, я помню, но я всегда боюсь ошибиться. Интересно, а теперь вот этого одного очка мне хватило, чтобы надеть доспех и перекатываться, как легкая пушинка, как думаете? Я думаю, нет. Мне кажется, там надо 1000 уровней вкачать, и только тогда я стану достойна. Эх. Но это еще щит, а если я его уберу, наверное, ничего не поменяется. Какое разочарование, господи. А под конец игры что у меня? Мне интересно будет. Ну ладно. Давайте на этом все как раз. У нас времечко. Смотрите, коленки дрыкаются. Видели, видели? Вот так вот. На сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Спасибо, что сегодня пришли.
Спокойных вам ночей, приятных аппетитов, хороших вечеров, всего хорошего. И увидимся с вами на следующем стриме или в следующей серии. Всем пока-пока.